Верхний слой воды в большинстве водоемов Подмосковья достиг температуры плюс 18, что считается нижней границей комфорта. Это означает, что купальный сезон начался в центральной части России. Пляж на озере Большое в городском округе Фрязино уже принял первых гостей. Здесь прошел праздник «День Нептуна», посвященный открытию купального сезона. Его подготовили творческие коллективы Дворца культуры «Исток». Царь морей Нептун со своей свитой, русалками и пиратами приветствовал участников веселья, а русалка Ариэль провела танцевальный флешмоб. В этот день также состоялся турнир по пляжному волейболу. А мы напоминаем о важности соблюдения правил безопасности на воде. Помните, что запрещено купаться детям без присмотра взрослых, всем в местах с запрещающими знаками. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Евгения Корытько, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.